В этом году в Российской Федерации принимаются дополнительные меры по тому, чтобы провести единый государственный экзамен для выпускников общеобразовательных школ всей страны честно, прозрачно, объективно и в то же время доброжелательно, чтобы каждый выпускник школы смог спокойно проявить свои знания и выбрать ту профессию, которую он мечтает. Вы знаете, что в своем докладе послании глава республики тоже четко обозначил позицию. Он сказал о том, что ЕГЭ нужно провести справедливо, но в то же время в спокойной, доброжелательной обстановке. В принципе, все наши действия, Министерство образования и науки нашей республики, МВД по республике Северная Осетия, Алания, направлены именно на это. Мы хотим сделать так, чтобы все было очень честно, и вузы республики, и вузы других городов, туда, куда поступают выпускники наших школ, поступили именно те, кто достоин обучаться, те, кто проявил за годы обучения в школе достойные знания. Мы в постоянном контакте, мы работаем с Министерством внутренних дел по Республике Северная Осетия, Алания, определенные силы и средства, которые нам будут выделены. Мне кажется, что проблем здесь нет, и будет выделено достаточное количество сотрудников, в том числе и в сельских районах.